Первая песенка на стихи Ларисы Ромарчук. Что мне делать, как мне жить на свете? Люди ходят, люди говорят. Вижу я, как за окошком дети лепят бабу третий день подряд. Баба тает, тихо оседая, и косится взглядом на зарю. Я не то все время замечаю, я не то все время говорю. Я споткнусь о веник у порога, я в окно террасы постучу, и шумит, шумит в ушах дорога, и все время я лечу, лечу. Как мы сразу быстро вырастаем, как мы все особенно ждем. Мы, девчонки, вылетаем стаей в восемь окон деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке, и куда-то школа отошла. Как мы плачем вечером в подушку, чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками, в мокрых пятнах отмечая стена. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Thank you.